Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня продолжаем тему экспериментов с бараньим боком. У меня есть прекрасный бараний бок. Он небольшой, как раз по размеру моей духовочки. Этот бараний бок я буду запекать при средней температуре 140 градусов. Посмотрим, что из этого получится. Для того, чтобы придать очень богатый и глубокий вкус бараньему бочку, я использую такие приправы. Ягоды можжевельника, сушеный имбирь, кардамон, черный перец горошек, сумах, зира, мускатный орех, зерна кориандра и шалфей. Все эти пряности я размалываю в ступке. Немного мускатного ореха я натру на терке и посыплю этими пряностями бараний бок. Но это будет после того, как я бараний бочок обжарю в казане до придания ему румяной корочки. Здесь есть небольшой кусочек жира, я это все оставляю, и жир, и пленочки. Вытираю бараний бочок насухо и обжариваю. Обжариваю я на обычном растительном масле. Казан прекрасно разогрет. Здесь обычное растительное масло, рафинированное. Выкладываем бочок. Пока бараний бок обжаривался в казане, произошло чудо. Из одного бараньего бока появилось два. Как оказалось, это было два бараньих бочка, просто они слиплись друг с другом, и я принял их за один. И это даже лучше. Они вот такие прекрасные, хорошо обжарились. Я в ступочке растер все пряности. Теперь я поливаю бараньи бочки оливковым маслом первого отжима и посыпаю пряностями. И также солю по вкусу. В это время у меня разогревается жарочный шкаф. А томить бараньи бока я буду при температуре 140 градусов. Солю крупной солью. Ровно столько, сколько нужно по вкусу. Лучше меньше положить соли, потому что мясо имеет свой вкус богатый. Сразу посыпаю пряностями. Божественный аромат. Я долго думал, какую же жидкость взять для того, чтобы бараний бок был сочный и придать ему особый аромат. Пиво я уже брал, херес брал, мадейру брал. Красное вино брал. Теперь я взял бальзамический уксус и разведу его водой до легкой кислинки. Он должен быть на вкус очень приятным. У этого уксуса очень сильные нотки, но они настолько приятные, как будто бы это какой-то портвейн. Конечно, уксусная составляющая очень яркая, но все равно вкус сладкий и нежный. Сейчас по вкусу напоминает очень кислый яблочный сок. Я имею в виду степень кислинки. Вот настолько хорошо я разбавил бальзамический уксус. Конечно, это не говорит о том, что бальзамический уксус имеет вкус яблочного сока. Я выкладываю бараньи бока на разогретую чугунную сковороду. На нее налил масло, в которых бочки обжаривались. И я выкладываю мясом вверх, а ребрышками вниз. Вот так. Все пряности, какие остались, я высыпаю сюда сверху. Выливаю разбавленный бальзамический уксус. И накрываю бараньи бока фольгой, матовой стороной вверх. Но не сильно, чтобы там циркулировал воздух. Отвечаю на вопрос некоторых моих зрителей, для чего я это сделал. Для того, чтобы верхний жар, который у меня будет на гриле, не слишком сушил мясо. Но
Здесь температура будет заходить через вот эти отверстия, и бараньи бока будут прекрасно готовиться. Бараньи бока я ставлю в жарочный шкаф. Он разогрет до температуры 140 градусов на 1,5 часа. Потом будем смотреть и корректировать время. Друзья, бараньи бока уже готовы. Они провели на курорте в духовом шкафу 3 часа при температуре 140 градусов и полчаса при температуре 100 градусов. Прекрасные. Вот так у них уже оголились косточки. Из-за того, что бараньи бока купались в легком соусе из бальзамического уксуса, который очень темно насыщенного красного цвета, то именно само мяско приобрело тоже темный цвет, как будто бы это был соевый соус. Смотрите, оно очень мягкое. Теперь пробуем, какой же покрасивее выбрать. Они все отличные. Вот такой бараний бочок, прекрасная полосочка мяса, жирок, все жилки вот превращаются уже в желе. Давайте попробуем. Аромат именно настоящего жареного мяса, как будто бы это какой-то очень обалденный шашлык. Все те миллион пряностей, которые я добавил, их почти не слышно. Именно настоящий аромат мяса, именно то, чего я добивался. Лишний жир я срежу, потому что все-таки я не очень люблю жир, я больше люблю мяско. Вот так. Но тонкую полосочку жирка, конечно, я оставлю, то я потом еще покушаю. Вот. Вот такой бараний бочок. Дайте. Само мяско очень сочное, не пересушенное, потому что здесь был жирок. Вкусненькое и мягкое. Мне очень нравится. Это я потом доем, жирок тоже доем. Смотрите, что я вам еще покажу. Вот, какой прекрасный бараний бок. Вот так. Вот это жирок. Вот это все пленки, которые были очень жесткие, благодаря тому, что мы делали при средней температуре 140 градусов и потом еще чуть-чуть при 100, они стали все мягусенькие. Вот все, вот так, смотрите, видите, вот, какая красота. Это прекраснейший способ приготовить бараний бок. Друзья, я просил вас в комментариях писать, какие способы еще приготовления бараньего бока вы знаете. Не просто приготовить просто так, а что-то очень особенное, очень возвышенное. Пока еще от вас никаких рецептов не поступало, поэтому я приготовил по этому способу. И я вам скажу честно, я очень доволен этим способом. Я готовил практически из ничего, у меня не было ни вина, ни пива, ни каких-то других особых напитков, чтобы облагородить приготовление этого бараньего бока. Я взял самый простой, ну очень, конечно, качественный бальзамический уксус, развел его водичкой и получился настоящий богатый взрыв вкуса. Мне очень нравится. Вот такие жирные пальчики, я их обожаю. Все отлично. Это как раз такое блюдо, которое можно брать и кушать. Одно мяско. Очень вкусное. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.